да? Завтра они снова сдают очередной экзамен, то есть двоих не смогли выдержать. Поэтому, к сожалению, таких достаточно равноценных экзаменов. Красноярских болельщиков, конечно же, интересует, как играют наши воспитанники. Можете охарактеризовать игру? Ну, решите, кого-то один, кто остался. Ну, насколько я знаю, Красноярск, что будет, по-моему, да? Ананка сдает экзамен, но нет. Ну, вообще, просто по ходу сезона. Ну, я думаю, что Леня уже достаточно интересный матч. Ну, пока еще, конечно, ну, скажем так, физически еще недостаточно окреп, он готов, скажем. Ну, это дело такое, что нажимное. Игровые качества неплохие, хорошие. Можете рассказать о взаимодействии с главной вашей командой? Как у вас процесс поставлен? Или вы сами по себе, или не сами по себе? Нет, ну мы как бы взаимодействуем, но поймите, мы на выезде, они на выезде. Да? Мы дома, они на выезде. У нас не всегда получается, что мы в одно время находимся в городе. Ну, когда находимся в городе, они находятся в городе, мы играем, они обязательно приходят, главный тренер команды просматривает, обсуждаем, разговариваем. Тот или иной игрок. Как мы. Усилить именно команду. Не знаю, я вот не верю ни во что, пока не верю, что. Потому что за мою практику уже. Знаете, в июле очень многие обещали, что на следующий год будет что-то невероятное. Наступал ноябрь, кончался сезон, и начинались одни и те же проблемы. В одних командах это нет денег, во вторых еще что-то. Ну и пока у нас в Красноярске одна.